сел за руль, будь предельно внимательным. Только за последние сутки на улицах Магнитогорска случилось 16 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал пешеход. В настоящее время он госпитализирован. К счастью, в ДТП, которое произошло в минувший четверг на перекрестке улиц Труда и Тивосяна, обошлось без жертв. Меж тем автомобилям и дорожным конструкциям серьезно досталось. 12 ноября в 12 часов дня 69-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, следовал по улице Труда. И на пересечении с улицы Тивосяна при выполнении маневра поворота налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, следующим во встречном направлении прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортным средством причинены механические повреждения. От сильного удара автомобиль Volkswagen развернуло на 180 градусов. Он выехал за пределы проезжей части и повредил опору дорожного знака и столб наружного освещения. Кроме того, по причине аварии оказался поврежден светофорный объект. На водителя автомобиля Nissan наложен административный штраф в размере 1000 рублей. Плюс к этому виновнику ДТП придется оплатить ремонт дорожного имущества. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют: будьте бдительны на дорогах. Также 11 ноября зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. 15-летняя девочка двигалась по улице Димитровой в районе дома номер 45. На нее был совершен наезд. Пешеход передвигался по проезжей части при наличии тротуара. Ребенок получил травмы. Дина Наумова, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН.